Всем здорово, с вами Москвин, и как вы поняли, сегодня я буду открывать кейсы на Majestic RP. Открытие получилось на 50 тысяч Majestic коинов, поэтому ролик получился очень интересный и достаточно неплохой. Ведь то, что мне выпало... ладно, самое главное, смотрите его от начала и до конца, самое главное без перемотки, чтобы не пропустить все самые интересные моменты. А перед началом абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 3000 Majestic коинов совершенно на любом сервере Majestic. Для участия нужно обязательно поставить лайк, подписаться на канал и написать совершенно любой комментарий от 5 слов. А также вступить в мой Discord, где мы часто общаемся и делимся эксклюзивной информацией. Там в разделе «Розыгрыш» ты должен нажать на реакцию, и ты автоматически становишься участником розыгрыша. Помимо этого, в моем дискорде ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP. А если ты хочешь играть вместе со мной, переходи по ссылочке в описании, регистрируйся и вводи мой промокод Москвин. Он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Вести его можно при регистрации или в чат команды /промо Москвин. А я уже буду начинать. Всем приятного просмотра. Let's fucking go. Ну что, ребят, я уже, получается, зашел на свой сервер. Как вы видите, на балансе у меня 460 тысяч коинов, и я сегодня буду открывать плюс-минус на 50 тысяч коинов. Купим, чтобы у меня ровно осталось 410, потому что, как минимум, скоро, ребят, зимний пропуск. Если вы еще не видели ролик мой, то сейчас по подсказочке обязательно его посмотрите, как только досмотрите этот, потому что там информация про зимний пропуск, поэтому, ребят, я 100% должен оставить какие-никакие коины. К тому же, ребят, за 50 тысяч коинов я уверен, то, что мне выпадет что-то реально крутое, потому что больше 15 или 20 тысяч коинов я еще ни разу не открывал, поэтому я думаю, что ролик сегодня будет очень интересный. Поэтому давайте я не буду томить и будем потихонечку закупаться. Давайте будем покупать по 25 кейсов. Так, купить, купить, купить. Еще, чикс, чикс. Так, все. Ровно у нас получается, ребят, 250 кейсов, и давайте уже будем открывать. Давайте сразу начнем открывать первые, я думаю, 10 штук, быстренько откроем их и посмотрим, потому что если я буду затягивать выпуск, то эти кейсы мы будем очень долго открывать, и как вы видите, у меня сразу выпадает какая-то тачка за 400 коинов. Давайте пока что ее будем откладывать, вот. Это мы тоже будем откладывать. Все, кстати, деньги и так далее мы будем откладывать, чтобы потом посмотреть, сколько мне выпало. Условно говоря, я потрачу 50 тысяч коинов, и потом мы посмотрим, сколько валюты и сколько коинов. Поэтому давайте быстренько будем открывать. Опа, еще одна тачечка. Откладываем. Квадрик какой-то, откладываем. Еще какой-то, какая-то тачка. Валюта. Валюта. Ну, блин, кстати, уже, ребят, много так тачек нападало. Да, я понимаю, что они не очень дорогие, но, ребят, в любом случае как-то очень жестко. Так. Валюта. Так, давайте продолжать дальше. Давайте откроем 25 кейсов быстренько. Опа-на. Опа-на, наконец-то у меня упала красная тачка премиум-класса, ребят. Премиум-класса за 2100 коинов. Откладываем. Все, это просто какой-то дикий, ребят, куш. Я еще чуть-чуть звук убавил, потому что это очень громко, скорее всего. Поэтому я чуть-чуть убавил, чтобы было комфортно. Откладываем коины. Еще моцы какой-то падает. Коины. Так, это такой себе валюта. Ну, ребят, я думаю, то, что мы сегодня в таком диком плюсе будем. Если мы все будем продавать, то это полный капец будет. Опа, 100 тысяч валюты. Неплохо, откладываем. Еще 14 тысяч. Ну, я, ребят, 100% уверен, что мы сегодня окупимся очень, прям намного-намного, потому что у нас еще целых 215 кейсов, но, ребят, уже нападало достаточно, ну, неплохо так, я думаю, на 1000-10 тысяч коинов уже как минимум. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что я сегодня выбью... О, это что за развалюха? Ладно, откладываем. Я надеюсь, что сегодня выпадет какая-нибудь тачка золотого цвета, то есть из Majestic Motors, короче, салона, и тогда будет полный капец. Потому что я еще, к сожалению, ни разу ее не выбивал, поэтому будем надеяться реально на лучшее. Ну, мне это реально уже нравится. И довольно-таки неплохо. Опа, моцик. Такое себе. Коины. Silver VIP. Откладываем. Откладываем коины. Угу, такое себе. Коины. Давайте будем открывать быстренько, потому что я думаю, то, что целых 250 кейсов мы очень долго будем открывать. Поэтому да. 750 стоит, неплохо. Еще одна тачка. Угу, випка. Коины, 100 коинов, такое. Деньги. Ну, пока что такое себе падает. Опа, еще одна тачка, 500 коинов. Оп, 42 тысячи, вообще неплохо, ребят, дает. Ну, почти каждый второй или каждый третий там кейс, он окупной, ребят. И как бы окупает еще прошлые. Меня это очень сильно радует. Мне же даже не терпится открыть все кейсы и посмотреть, насколько я в плюсе.
Ну, я еще надеюсь, то, что мне выпадет хоть первый раз тачка золотого цвета из Majestic Motors. Тогда это будет такой разрыв просто. Так, откладываем. Откладываем 26 тысяч. 140 такой себе. Опа. А, ну, 367 кейсов. Я думал, что-то такое жесткое. Так, откладываем. Откладываем. Блин, мне кажется, я задолбаюсь считать, сколько у меня будет денег. Ну, ладно. Опа. Ну, такое себе. Такое себе. Короче, я думаю, надо быстренько открывать 54 тысячи. Быстренько откладываем. Будем, короче, реагировать только на то, что нам выпало что-то из тачек, либо, ну, что-то такого прям, что окупное. Мы будем определять это по звуку, поэтому я думаю то, что нужно быстренько это открывать и не тратить время на вот такие вот обычные тачки. Ну, кстати, вот это 340 тоже окупная, более-менее. В общем, я думаю, вы поняли, сейчас мы будем просто быстрее это делать. 86 коинов. Валюта. Ну, коины. Опять валюта. Давай тачку какую-нибудь прям жесткую. 345 коинов, неплохо. 80. 102 коина. Ну, моцы какой-то за 120 коинов, неокупной. 220 коинов, неплохо. 113. Ну, пока что такое. Падает. Ну, давай тачку какую-то. Угу. Надо как-то это быстренько делать. Я не знаю, как еще быстрее открывать их. Потому что у нас еще очень много коинов. О, почти 700 коинов. Неплохо. Давайте открываем еще. У нас остается еще 140 кейсов. И еще вот этих вот как минимум 20. Ага, так, коины падают. Так, такой себе. Моцик за 120. Ну давай, пожалуйста, тачка какая-нибудь из Majestic Motors. Опа. Нам выпадает тачка, не из Majestic Motors, конечно, но за 1160 коинов. Неплохо, откладываем. Так, это тоже откладываем. Ненужный какой-то, блин, квадроцикл за 50 коинов. Валюта. Опа, тачка за 600. Ну, нормально, покроет несколько кейсов, как говорится. Так, коины тоже откладываем. Давай, давай, пожалуйста, я хочу какую-нибудь реально сегодня тачку выбить. Я прям на 100% уверен, то, что сегодня выпадет просто какая-то тачка лютая. Кстати, вот это вообще неплохая тачка. Ну, выглядит, ну, неплохо так. 750 коинов стоит. Давайте ее отложим. Так, откладываем. Так, это не нужно. Такое себе. Давайте покупаем еще. Остается у нас, получается, 115 кейсов. Ё-моё, еще очень много. Блин, мы только открыли, получается. Ну, почти половину мы открыли. Опа, 47 тысяч. Неплохо. Так. 150 коинов. Угу, 100. 136. Блин. Опа. Я думал, это гелик какой-то выпал. Это типа, ну, гелик, типа гелик, но китайский. 367 коинов, такое себе. Угу, откладываем. Я думал, то, что мне какой-то реально гелик там выпал. Брабус какой-нибудь там. Вот этот новый за сколько он там уже? 20 тысяч коинов или сколько он? После обновления. На самом деле меня бесит то, что они очень как-то странно его сделали. А вот этот гелик. И я думаю, то, что его надо как-то пофиксить. Ну, кстати, многие игроки поэтому жалуются, поэтому это очень плохо. Так, коины. Опять валюта. Опа, 62 тысячи. Нормально. Коины. 57 тысяч. Угу. Давайте еще открывать тогда что. 124 коина. Еще 90 кейсов. Ё-моё. Столько еще открывать и открывать. Блин, я, наверное, устану. Считать это все. Так, 300. Опять валюта. Коины. Такое себе. 52 тысячи. Тоже неплохо. В принципе, валюты, я думаю, тоже будем достаточно много денег окупать. Мне кажется, там уже лямов, наверное, 10 минимум выпало. Ну, не 10, но ляма 3, наверное, точно выпало. 450 коинов. Угу. Так, коины опять. Ну, давай тачку какую-нибудь, просто лютую тачку. Опа, тачка выпала за 700 коинов. Ну, неплохо, что, откладываем. Так, тоже откладываем. 96 коинов. 112. Валюта. 692 коина. Неплохо, тачка 380, такая себе. Давайте открываем еще 25 кейсов быстренько. 50.
Угу. О, 41 тысяча валюта. Валюта фигня. Опять мотоцикл никчемный. 100 коинов. 128 коинов. 94. Ну же, давай вот под конец дай мне какую-нибудь лютую тачку просто. Будет вообще неплохо. 50 тысяч. Откладываем. Так. Самое главное, мне бы как-то коинами окупить это все. Ну, хотя бы там больше половины коинов и вертами. Тогда будет вообще неплохо. Но пока что я считаю, что более-менее мы можем уйти в какой-либо плюс. Ну и при этом еще у нас целых 65 кейсов. И еще мы эти недооткрывали. 450. Нормально так, забираем. Коины. Блин, такой себе. Открываем еще. Остаются у нас почти последние, там, грубо говоря, кейсы. Давайте быстренько открываем. Валюта. 200 коинов. Опа, 40 тысяч. Угу. Опа, тачка 440. Ну, не Majestic Motors, конечно, но все же, ребят. Так, 44 тысячи валюты. Вообще отлично. Моцик опять. Так, у нас опять моцик этот падает. Коины. Валюта. Опять квадроцикл никчемный за 50. Почти 300 коинов. Валюта. Коины. Так, ну давай, что-то хорошее прям. Опа. Блин, я думал, что-то прям жесткое, но это за 360 коинов какая-то фигня. Ладно. Я думал, что-то прям легендарное выпало. Так. Почти последний. О, сразу открываем. Тачка за 650, отлично. Так, у нас вот эти вот 23 кейса и еще 15 последние. Давай уже просто какую-нибудь тачку из Majestic Motors, пожалуйста. 260 коинов. 31 тысяча валюта. 50 коинов. 500 коинов. Вот сейчас неплохо начало давать. 118. 92. Ну что же такое-то? Давай. 125 коинов, боже мой. Блин, я хочу верить в то, что мы реально в плюсе. Ну потому что 250 кейсов, ребят, это очень много. И из них нам ни разу еще тачка не упала из Majestic Motors. Меня это бесит. Опа, 700 коинов, отлично. Валюта. Ну, давайте откроем последние тогда кейсы, грубо говоря. Сейчас 10 быстренько откроем. Так. Угу. Ну, давай, что-то хорошее, пожалуйста. Последние кейсы. 55 тысяч валюты. Более-менее, 300 коинов. Такое. Такое. Окей, открываем, получается, 3 быстренько. И 2 последних, я думаю. Или один последний откроем обычным прокрутом. И будем уже скорее считать, что нам выпало. И окупились мы вообще или нет. А, так, последний открываем быстренько. 95 коинов. И давайте последний кейс открываем обычно. Может, так нам повезет? Ну, думал, тачка, но выпадает, как всегда. Обычная валюта, и тем более еще какой-то шлак. Угу. Забираем, откладываем. Ну и все, ребят, давайте считать, сколько у нас вышло. Сейчас я буду все продавать. Так, зайдем в предметы. Ну да, в предметах у меня полный капец какой-то. Давайте все предметы, транспортные средства. Боже, как их у меня много. Просто посмотрите, сколько у меня тачек. Ладно, все, я сейчас буду продавать все и скажу, сколько у меня вышло по валюте и сколько по коинам. Итак, ребят, я уже посчитал, у меня на балансе, как видите, 438 тысяч коинов, у меня было 410. Как вы поняли, на 28 тысяч кейсов, грубо говоря, мы уже в плюсе, ну, вернули свои деньги, 28 тысяч коинов, и при этом мне выпало 3,5 миллиона валюты. Я не знаю, окупились мы или нет, но я считаю, что более-менее да, если, конечно, переводить эту валюту, если ее покупать, конечно же, через коины, то я думаю, то, что мы более-менее в плюсе. Ну, условно говоря, смотрите, стоит сколько? 2 миллиона 20 тысяч коинов. У меня почти 3,5, ну, 4. Грубо говоря, там, ну, 35 тысяч коинов еще бы стоила эта валюта. И при том, то, что мы вернули 28 из 50. То есть, больше половины мы вернули, и считайте, вертами мы тоже нормально так догнались. И, в принципе, я считаю, что выпуск окупился.
А на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравился мой видеоролик и был вам полезен. Если это так, то обязательно пишите об этом в комментариях. А я уже буду заканчивать видеоролик. Всем спасибо за просмотр. С вами был Москвин. Всем удачи и пока.